Военная академия Республики Беларусь, два брестских вуза, Гродненский аграрный университет, колледжи, связи, торгово-технологические сферы обслуживания. А всего 13 высших и среднеспециальных учреждений образования со всей Беларуси представили свои тематические площадки на первой в Брестском районе ярмарке целевой подготовки. Первый раз такое событие у нас происходит. Раньше просто мы организовывали профориентационные встречи. Но одно дело, когда выпускник просто слышит о том, какие специальности есть в том или ином учебном заведении. Другое дело, когда он пришел сюда и увидел некоторую, может, маленькую специфику, и, возможно, это его больше заинтересует на поступление именно в эти учреждения образования. Преподаватели, студенты и учащиеся старались презентовать свое учебное заведение так, чтобы максимально заинтересовать выпускников и раскрыть все бонусы обучения и перспективы получения профессии. В нашей стране зоовед специальности очень востребованы. Постоянно звонят: дайте ветеринара, дайте биотехнолога. И никто никогда ни о чем не жалеет. Вот так вот ездишь по районам, по областям, встречаешь своих выпускников, и 90% довольны своей жизнью, своей заработной платой, соцпакетом. Служебный автомобиль дают, потому что по работе он необходим, служебное жилье. Интерес есть. У нас набор выполняется уже не один год. Распределение у нас 100%. Распределяем и по городу, и по области, и по республике также. Мы привлекаем своей работой, мы привлекаем тем, что мы участвуем во многих мероприятиях. Это и по швейной отрасли, мельница моды постоянно, каждый год, ежегодно мы участвуем. Мы участвуем в конкурсах проф. Мастерства различных. То есть как бы интерес к профессии есть. Мы представляем колледж сферы обслуживания. Обучаемся нескольким профессиям. Мы являемся мастерами маникюра, парикмахерами, швеями, портными, бухгалтерами, техниками, технологами и художниками-модельерами. В нашем колледже очень востребованы профессии, так как индустрия красоты будет востребована всегда. Мероприятие было ориентировано на выпускников 9-11 классов учреждений общего среднего образования Брестского района. И организаторы не прогадали. Почти 200 юношей и девушек заинтересовались и стали его участниками. Я очень рада, что я приехала сюда, потому что здесь очень много информации и можно определить с выбором профессии. Это мероприятие очень важно для учащихся 9-11 классов, потому что многие не могут определиться с выбором специальностей, а здесь, в принципе, все представили и показали. Учащиеся позадавать вопросы, узнать, что им надо. Вторая часть мероприятия прошла в актовом зале, где свои выступления и видеопрезентации школьникам представили сотрудники учреждения образования Республики Беларусь и Брестского района. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.